Фасолевые котлеты с грибами и луком – это вкусное постное блюдо, которое сможет отлично разнообразить ваш повседневный рацион. Берите на заметку рецепт. Фасолевые котлеты с грибами и луком – это отличная альтернатива мясным котлетам. Фасоль по своему составу ничем не уступает мясу, поскольку она содержит натуральный природный белок. Готовятся такие котлеты достаточно долго, но результат превзойдет все ваши ожидания. Подавать такие котлеты можно как самостоятельное блюдо с салатом из свежих овощей. Досмотришим видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Фасоль предварительно замочите в чистой воде на ночь. Грибы обжарьте с луком в сковороде до готовности. Фасоль варите 2 часа. Готовую фасоль выложите в чашу блендера и измельчите до однородного состояния. Грибы с луком измельчите в блендере. В глубокую тарелку выложите фасоль, грибы, посолите и хорошо перемешайте. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Руками сформируйте котлеты и обжарьте их на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистой корочки. Фасолевые котлеты с грибами и луком готовы. Приятного аппетита! Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Фасоль – 200 грамм. Лук репчатый – 1 штука. Грибы – 300 грамм. Соль – 1 чайная ложка. Растительное масло – 3 столовые ложки. Количество порций – 3. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Люблю вас, друзья, жду снова.